Добрый день, дорогие друзья, с вами прогулки с Александром Петровым по Европе. К сожалению, поехав в Европу, я не планировал снимать фильм. И побывав там уже два раза, я собрал только вот некоторые видеосюжеты, чтобы вам показать. Это будет как анонс следующего фильма, когда я поеду в Польшу и сниму полноценный сюжет. А пока расскажу вам более-менее, что помню. Вот на ваших экранах гид, который у нас был в Берлине, позади него Рейхстаг. А это небольшая ферма под Амстердамом в Голландии. Там делают вот такие забавные башмачки деревянные и сыр. А, не совсем помню, где это, но эти скворечники издают вот такие звуки птичек. На самом деле внутри стоят динамики. А это собор Святого Штефана в Вене. Замечательные музыканты находятся на главной площади во Флоренции. Совсем помню, там ли находятся вот эти барабанщики. Кстати, по-моему, тоже во Флоренции, но точно уже не скажу. Дороги в Италию. Посмотрите, какой туман, какие горы. Российские. Поддержим отлично. Эти деньги, фотоаппараты, муж ошибок махал нам нечего, за час в автобус, не думал, когда мы приехали к Верону. Снег не выпадет. И град, надеюсь, тоже. А теперь на ваших экранах Прага. За сумкой смотри мои. А это у нас снова Австрия, город Вена. Дело в том, что мы попали туда на 1 мая и увидели вот эту демонстрацию студентов, которые спокойно, буквально аккуратно, просто шагали к мэрии. Ну а после, опять же, без всяческих разборок, устроили там дискотеку. Австрийские коммунисты. Не в пример нашим этим.
повсюду милиция. Полиция. Добрая. Играющий на стаканах находился на мосту в той же Праге. Мне пока жарко. И заключаем мы наше путешествие вот этим парижским Диснейлендом и парадным шествием главной героини Диснейленда Мы провожали ее до самого закрытия. И я с вами прощаюсь, друзья мои. До новых встреч в Европе, в России, где угодно. Пока.